Здравствуйте, мы семья Акушоевых, я и моя жена Райхан, мы занимаемся торговым бизнесом. Этот бизнес начала моя жена сперва, я потом примкнул к ней. Реализуем в нашем магазине одежду женскую, мужскую, детскую, обувь, ковровые изделия, постельное белье, посуда. Товары привозим с Китая, с Турции. У нас были партнеры, и как вот кризис пришел, доллар вырос, и мы расторгли партнерство. И после расторжения партнерства у нас мы остались остатками товаров и долгами, и у нас были еще кредиты. У нас был раньше маленький бизнес был, потом бизнес стал большим, и мы не знали, как управлять своим бизнесом. Нас никто не научил, как управлять своим бизнесом, как управлять своими проблемами бизнеса. Мы не знали ничего про бизнес, и мы делали бизнес так, как у нас получилось. К посещению семинаров само нас подтолкнули наши знакомые Эманураджи и Джапараке. Они посоветовали моей жене, когда у нас были проблемы, прийти и посетить курсы само. Я вначале был против, я долго был против, но моя супруга настояла на этом, и мы пришли на этот семинар, на эти курсы. Ничего в мире не принесло столько страданий, как долги. Наставник показал нам дорогу, разъяснил, как можно избавиться от затоваривания, как можно обналичить товары и как перестать продавать, реализовывать товары в долг. Результатом обучения стала наша более-менее грамотность в ведении бизнеса, и у нас увеличился штат сотрудников с 5-6 человек до 13. И у нас также сократился объем дебиторской задолженности, и мы перестали продавать товар в долг. Также на семинарах мы получаем не только знания, также там мы получаем новые знакомства, встречаемся с новыми людьми, с другими, у которых другой бизнес или такой же, как у нас. Мы научились управлять нашим бизнесом не так, как у нас получается, а так, как надо. Если вы хотите быть сильными предпринимателями, если вы хотите избежать некоторых неприятностей, некоторых ошибок, пожалуйста, приходите и обучайтесь. Это обучение даст вам те знания, которые именно необходимы будут именно вам. С малыми издержками достигнете своих целей. Те, кто занимается бизнесом, те, кто начали заниматься бизнесом, пораньше пойти на обучение, да, чтобы не допускать больших ошибок, чтобы потом не сожалеть. Я советую всем сначала обучаться, потом делать бизнес.